Всем здравствуйте, меня зовут Анна Сон, и сегодня я рада представить вам новинки декоративной косметики Фает. У нас три туши в разных оттенках: черный, коричневый и бордовый. Также мы сегодня сделаем три макияжа с помощью этих тушей. Предварительно на модель мы нанесли наш BB-крем, также проработали брови карандашом в оттенке браун и нанесли блеск. Итак, сейчас мы будем выполнять макияж первой тушью, и мы выбрали тушь в оттенке глубокого черного такого цвета насыщенного. Посмотрите, какая щеточка. Это классическая нейлоновая щеточка с густыми щетинками. Я набираю продукт и начинаю хорошенько наносить тушь. Также хочу сказать, что у нее очень классная ультракремовая текстура, она очень приятная, потому что в составе содержится воск, который обволакивает каждую ресничку и защищает ее от ломкости. Хорошо проходимся, щеточка разделяет прекрасно. Так, отлично. Также можно дублировать и делать двойной слой, если захочется более яркий взгляд. Так, немножечко мы добавим на уголок. Очень классно использовать водостойкие туши на очень такие трогательные мероприятия, когда есть вероятность прослезиться. Также, когда дождливая погода, вы идете в бассейн и хотите выглядеть эффектно, тоже нужно использовать водостойкую тушь. Сейчас будем переходить ко второму глазику. Я немножечко натягиваю веко. Так как тушь стойкая, ее следует смывать специальными средствами. Так. Угу, отлично. Действительно, цвет очень насыщенный, глубокий, очень красиво. Также можно еще прокрасить нижние реснички для более яркого взгляда. Глазки вверх. Но если хочется более натурального эффекта, нижние ресницы можно не красить. Верхние глазки. И второй глазик. Также прорабатываем нижние реснички. Отлично. Сразу смотрите, какой яркий образ получается с тушью. Подчеркивается взгляд, и что самое классное, подчеркивается цвет глаз. Он становится более яркий и глубокий. Ну что, мы переходим к нашему второму образу. Предварительно мы нанесли BB-крем, сделали макияж бровей, использовали кремовые румяна, хайлайтер и блеск для губ. Сейчас я покажу вам нашу тушь. Посмотрите на ее силиконовую щеточку с мягкими ворсинками и на очень красивый коричневый цвет. Мы наносим на верхние реснички. Текстура очень классная, ультракремовая, очень хорошо наносится. Также в туши содержатся пигменты высокой интенсивности, поэтому получается такой красивый коричневый насыщенный оттенок. А с помощью воска, который содержится в туши, изгиб держится целый день.
Тушь создает классный 3D-объем. Отлично. Очень красивый оттенок. Для тех, кто не хочет слишком яркий макияж глаз, этот цвет очень классно подходит. Универсальный, красивый такой и мягкий. Также сейчас будем прокрашивать второй глазик. С помощью природных пигментов высокой интенсивности тушь обладает коричневым насыщенным цветом. Еще классное такое свойство этой туши в том, что она с помощью воска защищает реснички от повреждений и даже обладает регенерирующим действием, то есть восстанавливает поврежденные ресницы. В связи с этим тушь можно наносить каждый день. Отлично. Очень хорошо удлиняет, разделяет, прям красиво очень. Сейчас будем переходить к нижним ресничкам. Здорово. Такой естественный макияж, красивый. Шикарные ресницы. Ну вот, наш образ готов. Ну что, мы переходим к нашей третьей модели, к нашей третьей туши. Предварительно мы подготовили кожу, бровки, нанесли гель, карандаш в оттенке браун и использовали румяна в оттенке персик. Еще хочу сказать, что был такой небольшой лайфхак. Мы румяна нанесли на подвижное веко и сделали еще макияж губ с помощью блеска для губ в оттенке Carl Shine. Ну что, мы переходим к нашей вишенке на торте. Это очень красивая тушь в оттенке бордовый. У этой туши силиконовая щеточка с маленькими мягкими ворсинками. Посмотрите, какой цвет благородный. Это тренд всех сезонов, наверное, это вообще просто тренд. Тренд-трендище такой. Вообще красивый оттенок, который подходит абсолютно любому типажу внешности. И блондинки, и брюнетки, и рыжим девочкам тоже подойдет. Сейчас мы будем тестировать. Прямо отлично. Тушь также с ультракремовой консистенцией, текстурой. Прекрасно наносится. Так, добавим продукта немножко на кисточку. Кисточка отличная, разделяет. Эта тушь очень комфортная в носке. Она легкая, ее не чувствуется абсолютно. Также она разделяет каждую ресничку, хорошо ее прокрашивает. И на меня. Если хочется добавить легкий акцент в макияж, это прекрасное решение. Так как очень благородный оттенок, и он подойдет в целом под любой абсолютно макияж. Так, сейчас мы перейдем ко второму глазику. Кстати, хочу заметить, что тушь гипоаллергенная, это очень важно. У кого чувствительные глазки, смело можете покупать, пользоваться тушью. И также тушь не осыпается. Великолепно. Добавляет такой игривости взгляду. Великолепный такой вариант для летнего макияжа. Ну, в целом, зимой тоже ее можно использовать. Очень, очень универсальный такой оттенок. И также заметьте, как классно перекликается с нашими румянами. А сейчас мы переходим к нижним ресничкам. Вверх.
Так, и второй глазик. Отлично. Очень красивый оттенок. Ну, вот такой макияж у нас получился. Такой игривый, яркий, но очень свежий. Вот такие шикарные образы у нас получились. Пользуйтесь, экспериментируйте, пробуйте новые для себя оттенки. А тушь уже можно купить в приложении, на сайте и в Greenway Market.